подъезда живу. Очень сильно. Очень сильно. И дом даже тряснулся вот так. Кошмар. Ужасно как-то был. Произошел взрыв. Какого характера, мы не знаем. Люди пострадали, два человека, муж и жена. Вы это... их вообще видели, там жители дома? Встречались как соседи? Ну как, хорошие люди, вот сын. Ничего не... Мы не можем, догадки мы вам говорить не будем, потому что мы просто вот думаем, как. Анализ сами про себя говорим, а так мы не знаем ничего, что это... Они находятся в ожоговом центре в Саратове в тяжелом состоянии. В 4:47 с пункта ЕДДС пришло сообщение, я сразу выехал на место. Посмотрели, ну, эвакуировали там часть людей, вывели из дома пока обследование, сделали беглый визуальный осмотр домов. А сейчас, на данный момент, наняли специализированную фирму, она сегодня буквально специализированную фирму выезжает, будет сделано обследование. И будем уже в дальнейшем принимать решение об эксплуатации дома после того, как получим официальное заключение. Так вот сразу визуально опасности, ну, визуально не видно. Может быть, где-то внутри трещины есть. Ну и на сегодняшнем совещании сразу поставили задачу, чтобы, понимая, что два жильца дома пострадали, сейчас находятся в ожоговом центре, чтобы сейчас сегодня, там, сегодня-завтра закрыть периметр, поставить входную дверь, ну и закрыть там. В данный момент там находится сын потерпевших, наводит порядок. Мы с ним на постоянном общении. О причинах пока рано говорить? Пока рано о причинах говорить. Ну, предположительно, как говорят пожарники, взрыв бытового газа.